постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет как кончилась война, много лет как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их то дальнее село, мальчиков без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли смотреть, и старый мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька, сынок! Алексей! Алешенька, сынок! Алексей! Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать смог, рванулся из траншеи в бой, стала мать, прикрыв его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили: «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алёшенька, сынок! Алексей, Алёшенька, сынок! Алексей, Алёшенька, сынок! Словно сын её услышать мог. Дома ей всё чудилось кино. Все ждала, вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее.